Весь мир облетает и в руки адресату попадает. Волшебство, да и только, думала в детстве Зоя Черникова. Тогда поняла, почта – работа ее мечты. И пошла по стопам мамы. Будучи ребенком, помогала ей сортировать конверты. Не заметила, как пролетело время. Уже 23 года сама трудится на участке. С тех пор ничего не изменилось. Все так же важно доставить каждое письмо, уверена женщина, зачастую в котором скрыты чувства людей. Много писем от детей Деда Мороза ведет. Дети подписывают своими каракульками. Если родители помогают подписать письма, то есть оно идет. Ну, вообще мы эти письма, конечно, посылаем, жалеем детей, посылаем их все вперед Деду Морозу. Пусть детям будет приятно. Участок по обработке, сортировке и доставке почтовых отправлений. Трудятся здесь 63 человека. Именно в их руки попадают все письма, посылки, бандероли, открытки горожан. Отвечают они за 5 районов – Бобруйский, Кличевский, Глузский, Кировский и Осиповичский. Если брать регистрируемые простые письма, то за день мы обрабатываем больше 10 тысяч. Если брать страховые отправления, к ним относятся вот посылки, мелкие пакеты, то мы обрабатываем более 3000 в день. Ну, сейчас самое востребованное у нас отправление – это отправление ускоренной почты. Сегодня на сегодня это у нас по городу Бобруйску, и сегодня на завтра это внутриреспубликанская ускоренная почта. Белпочта существует с 1995-го, и за все это время она менялась и подстраивалась под нужды белорусов. Бобруйский узел не исключение. С ноября 2020-го в городе работает мобильный почтальон. С ним можно оплачивать услуги и получать письма дома или в офисе. Не можете подстроиться под график отделения? К вашим услугам почтомат. Работает он круглосуточно, нужно лишь перенаправить посылку. Схема работы простая. Вводите код на экране и забираете пакет. Бобруйский региональный узел всегда работает для клиентов и даже в свой день рождения подготовил программу для маленьких горожан. Школьников учат пользоваться почтоматом. Для самого везучего в одной из ячеек коробка с сюрпризом. Дальше ребята отправляются на урок, где им рассказывают про саму службу, ее важность и работу. И напоследок дети подписывают и отправляют открытки ко дню матери. Ты знаешь, для чего нужна почта? Да, чтобы почта доставляла посылки. А ты сама когда-нибудь отправляла почту? Да. Кому? Своему брату в армии. Для чего нужна почта? Почта надо, чтобы отправлять разные посылки в страны. А ты когда-нибудь отправлял посылки? Нет. А сейчас ты что делаешь? Пишу письмо. Для кого? Для мамы. Бобруйский региональный узел почтовой связи – самый крупный в области. Это 114 объектов и 720 человек. Именно они обрабатывают, сортируют и доставляют почту к вам домой или на работу. Только в самом городе 27 отделений, каждое важное связующее звено. Несмотря на все технические достижения, почта остается востребованной. Все свои обязательства мы выполняем. Коллектив сориентирован на продвижение рентабельных, внедрение новых услуг и сервисов за счет повышения качества. Белпочта в масштабе всей страны – это 6 филиалов, где работают 22 тысячи сотрудников. Каждый день это 500 000 писем и несколько десятков тысяч посылок. В этой сфере Беларусь занимает 20-е место среди 172 государств. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.